Дебют учеников Абдулманапа Нурмагомедова в UFC откладывается на неопределенный срок. У бойцов Тагира Уланбекова и Умара Нурмагомедова в конце июля были запланированы поединки. Накануне они должны были вылететь в Объединенные Арабские Эмираты, где пройдут ближайшие турниры лиги. Однако новость о смерти наставника вынудила спортсменов изменить свои планы. Умар Нурмагомедов должен был встретиться с британцем Натаэлем Вудом, а Тагир Уланбеков с украинцем Александром Доскальчуком. Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.